Разгоняем этот долбанный советский аппарат и постараемся как-то завернуть в этом повороте. Нет! Всем ностальгический йоу, друзья, с вами Кузака. В GTA выпал снег, а это означает только одно, что машины сегодня будут очень сильно заноситься. Именно поэтому мне Симон Ятарян, тот самый, ему сегодня поставочка пришла, 14 долбанных машин, разных вообще, абсолютно разных. И сегодня он мне сказал, чтобы я протестил, какая из этих тачек лучше всего дрифтит. У каждой из машин по две жизни, то есть если я врежусь прям так смачно, не в какой-то столб, который я сношу, а прям в препятствие, то снимается одна жизнь, две жизни снимается, все, я перехожу на следующее авто. И таким образом, за сегодняшнюю серию я должен испытать 10 машин из 14. Какая мне попадется, решит Сири. И возможно, что я сегодня даже не покатаюсь на той тачке, которую я, к примеру, хочу. Хотелось бы даже, ну, вот такую вот Ладу Самару. А то на пробу. Лада, sin duda, un gran auto. Или вообще вот такой вот бобик маленький, вы посмотрите на эту малышку. Я надеюсь, что он мне сегодня выпадет. Итак, давайте начнем. Скажи число от 1 до 14. Это 12. 12-я машина. 14-я, 13-я, и мне выпадает, вы смотрите, чё, наша классика. Господи, какая она огромная, она как Audi, и больше даже вот этой Mazda. Так, давайте в нее как-то протиснемся вот так вот. Оба, ну что ж. Давайте будем трогаться. Я надеюсь, я не заглу... Она чипированная какая-то, офигеть, она дрифтит. То есть, если я сношу вот этот столб, то мне ничего. Если я врежусь, то да, уже все будет очень хреново. Таймер на 3 минуты. То есть, если я сейчас за 3 минуты сдохну, две жизни истрачу, то все, я вылетаю с этой тачки. Если же я... смогу продержаться 3 минуты в дрифте, ну так сказать, опасные маневры делая, то все, я победил. У меня уже есть одна победная тачка, и мне Симон даст большую награду. Аж целых $1000. И чем больше я сегодня раз победю, тем больше денег у меня будет. Итак, друзья, давайте разгоняем этот долбанный советский аппарат и постараемся как-то завернуть в этом повороте. Нет, она перевернулась. Она перевернулась. Минус одна жизнь. Давай, Жига. Мы сможем войти в этот поворот. Отлично! Отлично! Она аж поднимается! Нифига себе, шишка! А-а-а! Вообще тормозов нету, советская закалка! Нифига! Так, мы притерлись, это не считается. Мы едем дальше! Мы едем дальше, разгоняя этот долбанный советский аппарат! Давай! Входи в этот поворот! Блин! Сколько мы продержались-то? Мы продержались с вами 1.5 минуты, еще бы столько же и все. Но капот открыт, как говорится, все. Остановка. Не берите русские тачки, у них слишком маленький выворот. Назови число от 1 до 13. Ответ 10. Так, она прям конец любит, концы любит Сири. Сразу видно, что женщина. Так, 13, 12, 11, 10. Ребята, у нас сегодня чисто классика, мне везет. Я вот именно хочу на классике, потому что она самая заносящаяся. Только как мне... блин, туда пройти-то. Потому что никаких стабилизаторов, ничего нету у спортклассики, и ты просто доверяешь только своим ручкам. Что ж, Мерседес, да здравствует сила, как говорится. Это тот Мерседес, еще фашистский хотел сказать, но... господи, за такие слова, вот он меня не слушается, извини меня, пожалуйста. Я думаю, что здесь жизнь можно не отнимать, потому что... ну, это было легонечко вообще, там чуть-чуть так подпрыгнул, как говорится. Ничего страшного. Мы должны победить на Мерседесе. На такой-то легенде не победить. 3 минуты не продержаться в дрифте. Да я не знаю. Любой лох ты сможет, наверное. Хотя, кто меня знает. Пока что ничего утверждать не надобно. Потому что, смотрите, какой баран. Едет здесь медленно. Видит, что здесь Кузака мчится. Российский флаг. Так, давай, Мерседес. Хорошо заходит, вообще молодец. Разгоняем эту немецкую тушку. И... да, на нем сложно дрифтить, оказывается. Он тяжелый, что ли, какой-то. У него перед тяжелый, а задница легкая. Вот почему он так странно входит в повороты. У него реально попка-то легкая, а вы посмотрите, какой перед-то у него длинный. Блин, как мне на нем продержаться-то 3 минуты? Я даже, друзья, не представляю. Давай, входи! Отлично! Едем, втыкаем вторую! Еще раз! Ручничок!
ручничок на себя и вот так вот хорошо беру свои слова. Хотел сказать назад, но мы продержались почти 2 минуты. Число от 1 до 12. Это 2. Двойка, двойка. Мне выпала, смотрите, какая тачка. Это, по-моему, Nissan. Nissan Селедка. Прикольно, если бы выпала у меня вот та штучка. Ладно, время тикает, поэтому мы едем. Мы едем, мы постараемся победить на нем. Мы должны сегодня хотя бы один раз-то победить. Вы смотрите, какой Nissan-то быстрый, в отличие от спортклассики. А то спортклассик это медленное. Тех времен там карбюратор еле пока прокрутит свои 1000 оборотов. Пройдет здесь уже 3000 оборотов. Блин! Минус одна жизнь. Ладно, мы не отчаиваемся. На этом-то Nissan'е мы... Офигеть, какие сейчас трюки поделаем. Да, здесь объективно сложно сделать, потому что одна тачка отличается от другой по скорости, по своим характеристикам. И это тоже учитывается, друзья. Это тоже учитывается, потому что я в конце скажу свое мнение, какая тачка, как мне показалось, лучше всего именно дрифтила, а не сколько я там продержался минут. Ответ 6. Nissan, какой-то прям как будто GTR. Но это 370Z. Так, что ж, погнали. Погнали, Nissan-чик. Ну, на тебе-то, мой дорогой американец. И я все сделаю. Вы смотрите, как он заходит. Это просто пушка. Вот это сейчас вот топ-1 по дрифту, мне кажется, вообще. Жига переворачивалась. Мерседес. Легкая попа была. Nissan предыдущий. Селедка, который был. Блин, он прям шустрый был, капец. А вот это... А вот это то, что надо. Нифига себе. В миллиметраже пролетел. Снежок, то, что надо. Просто веет новогодним настроением. Друзья, как у вас вообще? Стоит елка уже или, может быть, что-то другое? Oh my. Хотел сказать я, потому что очень сильно люблю аморальные шутки. Но этот Nissan GTR, он просто выдает базу. Словно Джейсон Стэтхэм. Просто летит вперед и ничего не боится. Тормозит, когда надо. Ему снежок вообще пофиг, потому что на нем зимняя резина. А-а-а! Так, минус одна жизнь. Но у нас есть еще одна. Мы разгоняем данного америкошку или япошку. Не помню, что такое Nissan. Я думаю, что это не засчитывается, потому что мы бы не умерли. Вот. На Nissan мы 100% уже побеждаем. Я чувствую запах победы. Я просто чувствую его! Вау! Офигеть! Давай! Вот так вот. Ну, он что-то может делать. Я не знаю, вроде бы задний привод у него не ощущается полного. Именно задний бьет. Так, гелик! Гелик! Господи мой! Мы врезались, мы 2 минуты продержались. Это 8. Мазда! Маздочка Маздам! Словно сыр. Так, отлично, едем на Мазде RX-8. Что ж, RX-8 словно бесконечность. Так вот, давайте бесконечность, мы на ней и продержимся. Словно до пенсии своей будем дрифтить в этих портах, пока отсюда все эти коробки не вывезут, блин, и мы сможем спокойно просто ездить, не боясь, что во что-то мы врежемся. Вот, RX-8, это, по-моему, как раз-таки про нее. Друзья, господа, это словно... Вообще, машина, монстр. Она выхлопные газы делает и дрифтит, словно вообще ящер. Славянский ящер просто. Вот это да, и не врезалась. Вот в ней сила заключена-то. В чем? В япошках. В япошках. Японское аниме и Мазды. Все, что нужно для жизни, покупайте. А-а-а! Тихо, это не считалось, мы просто прочертили бок, как говорится, побрились, но ничего страшного, можно двигаться дальше. Мужчины каждый день это делают. Давай. Хорошо. А вот теперь мы врезались, и бочина реально помялась уже, вмялась так хорошо. Вот это да. Это просто опасные виражи. Я не знаю, что потом Симону я доставлю. Но весь транспорт будет просто разбит. Нахлость. Ау, щит. Вот это было больно. Аж чуть бампер не отлетел. Это 9.
Опа, а вот это новенькое что-то, это Audi. Так, ну что ж, Audi, давай не подведи меня, седанчик, дорогой немецкий, новых годов. А он что-то может. Я не знаю, это полный привод или нет. Пока что не буду тестить, я буду просто сразу ехать. До этого не сидел в этих машинах даже, не знаю, друзья, что от них ожидать. Но смотрите, как он сейчас хорошо залетел. У него есть все шансы на победу. Искренне желаю ему удачи в этом. Так, давай. Перевертыш. Ай, тяжелый, тяжелый немец. Тяжелый. Есть одна жизнь. Ладно, двигаемся дальше. Вообще у нас весь порт как бы. Так что можно и здесь ходить. Немец в немца. Как иронично. Двойка, двойка нам выпала, и это Лада Самара! Самара, 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 Самара. О-ла-ла. Самара? Йо. Самара. Уи. Сколько вообще про нее рекламы выпустили в 90-х годах европейцы? Ого, я помню, смотрел, просто от этого смеялся. Это, кстати, по-моему, первая машина за сегодня на переднем приводе. Но ей это, я уверен, не помешает сделать просто пупеннейший дрифт и победить. Прикиньте, на Ладе Самаре победить. Тормозов-то нифига нету. Потому что она безбашенная. Оттого ей тормоза не нужны. Лада Самара. Я еду и сношу все. Потому что мне все равно, да, Мерседес, ты долбанный. Второй раз. Раз, два, три, четыре. Нам выпало Шевроле. Что ж, американец истинный, не подведи меня сегодня. Оу, вот эта скорость у него, конечно, я бы сказал бы очень много. Бобер просто едет хорошо. И разгоняется очень мощно. Минус одна жизнь есть. Ребята, я не очень-то аккуратен. Потому что первый раз сижу на этой тачке. И, честно говоря, я удивлен. Насколько эта машина сильная и в то же время картонная. Я один раз врезался, а у меня дверь уже вышла из пазов. Господи мой, Шевроле, кто тебя делал? Китайцы или американцы? Скажи мне, пожалуйста. Так, давай. Ау! Вот это да! Все. Приехали. Опа! А я прям на нее и смотрю. Это тачка из мафии, по-моему. Вито Скалетто на тебе ездил. Так и я давай поезжу. Так сказать, на снегу тоже умею делать дела. Вот это да, это просто черная молния. Давай, езжай. Поворачиваем, едем. Это не считается, это всего лишь просто был как пинок под зад младенцу за то, что долго блюет. А вот это уже считается. Ладно, едем дальше. Не отчаиваемся, ведь у нас еще одна жизнь, которую мы только что потратили. Друзья, на снегу очень сильно заносит. Попробовали бы вы сами, вы бы поняли, о чем я говорю. И последняя тачка. Я не знаю, что из этого нам сейчас выпадет. Я надеюсь, что это стоящее. Я хочу на маленьком, чтобы двойка выпала. Число от 1 до 5. Это 1. Господи мой, нам выпало вот это большая бандура. Офигеть. Что? У нее выдвинулись какие-то штуки. Это вообще, кто ее придумал, блин? Это Самоделкина, что ли? Зачем она вообще Симону в городе? Он, наверное, будет детям показывать спектакли, анимации все. Вот это да. А у этой бандуры такая же проблема, как у Мерседеса, только увеличенная в несколько раз. Вы посмотрите на ее перед. Посмотрите на ее зад. Ее просто разворачивает. Только у этой машины, в отличие от той, по-моему, задница как раз-таки тяжелая. Не знаю, но она очень странная. И у нее установлен пулемет. По-моему, Симон будет на ней не только детей катать. Ну и на разборке ездить, отнимать последние тачки у граждан Лос-Сантоса. Я удивлен буду, если мы на ней выиграем. Да господи мой, это вообще незаслуженная победа, алло. Последняя тачка, и я на ней сейчас выиграю? Я еще ни разу даже
не продрифтил нормально и нормально не врезался. Эта тачка вообще не для дрифта, алло. Что она делает в этом списке? Кто ее сюда засунул? Это все Симон виноват. И у меня, да, у меня звенит уже этот будильник. Чуть не сказал чайник. Друзья, вот такой вот топ. Подписывайтесь на канал. Покупайте прокачку для своего персонажа в GTA. Ссылки есть все в описании. Я с вами был Кузака. Всем удачи и всем пока! В лесу родилась елочка, а я ее срубил. Ваш бару привязал ее и по лесу дрожил.